Теперь давайте все медитировать. Не нужно завязывать свои кундалини, не надо делать банданы. Совсем ничего не надо делать, если вы подошли сейчас к этой ступени. Не нужно поднимать руки и завязывать кундалини, нет необходимости. Ничего не надо делать. Ваши кундалини уже завязаны. Примите. Примите эту ситуацию. Это все то, чем вы являетесь. Вирас. Смелые, а не глупые. Да благословит вас всех Бог. Да благословит вас Бог. Уважайте себя. Уважайте. Да благословит вас Бог. Нет ничего, ничего более важного для меня, чем видеть, как вы поднимаетесь до этого уровня понимания своей собственной ценности, достоинства и благоразумия. Вы должны быть милыми, приятными, но очень-очень сильными людьми, чтобы вы могли контролировать себя, свои слова и свои дела. Контроль, полный контроль самого себя. Да благословит вас снова Бог. Пожалуйста, медитируйте. Закройте глаза. Закройте глаза. Закройте глаза, руки направьте ко мне. Внимание направляйте на Сахасрару. Свое внимание установите на Сахасраре. Все вы сейчас пребываете в моей Сахасраре. Направляйте свое внимание на свою Сахасрару. Никаких мыслей, ничего. Просто держите свое внимание на Сахасраре. И поднимитесь до того уровня. Здесь нет драмы, здесь нет ничего искусственного. Это осуществление. Все слабости необходимо оставить. Будьте сильными людьми или же сильными достоинствами. With dignity and sobriety. Будьте достойными и рассудительными.
Тишина, абсолютная внутренняя тишина. Не нужно слишком много говорить, слишком много болтать. Разговаривать легкомысленно. Это не ваш стиль. Почувствуйте в своем сердце свое собственное достоинство. Свою собственную славу. Уравновешенность поведения. Все вы святые, причем святые очень высокого качества, очень высокого качества. Незаурядны. Направляйте свое внимание на сахасрару. Когда приходит мысль, говорите, не это, не это, не это. Да благословит вас Бог.